Друзья, последний эфир на сегодня. Показываю наш парк тракторов, который есть на сегодняшний день на площадке в Нижнем Новгороде. Хотел немножко рассказать по ценам, которые сейчас будут действовать с 1 апреля. 1523 трактор, 155 лошадиных сил. Рекомендованная розничная цена 3 миллиона 730 тысяч рублей. Далее у нас идет трактор Белорус 82.1 в красном цвете, с новой приборной панелью, пластиковый обвес, 1 миллион 720 тысяч рублей. Далее 920.3, 1 миллион 790 тысяч рублей, с двигателем 86 лошадиных сил. Пришли новые 1221.3. Рекомендованная цена на сегодня 3 миллиона 130 тысяч рублей. Внешний вид как у тропика, без дополнительного бака, с новым радиатором от трактора Белорус 1523. Новые дренажки стоят. Так, далее у нас идет балка Белорус 82.1. Мост усиленный, с планетарно-цилиндрическими редукторами. Рекомендованная цена с 1 апреля 1 миллион 730 тысяч рублей. Так, далее смотрим, у нас здесь стоят белорусы. Обычный белорус. Так, вот у нас с маленькими колесиками. 82.1, 1 миллион 620 тысяч рублей на сегодняшний день. Тракторов достаточно много на площадке. Это только одна позиция. Еще есть у нас на удаленной территории здесь несколько единиц. Всего на сегодняшний день порядка 40 единиц техники на площадке. Все белорусы по наличию. Если кому-то нужно навесное оборудование, то можем быстро собрать нужную комплектацию. Все трактора 2020 года. Только минская сборка. Часто меня спрашивают, какая еще сборка присутствует у нас на площадке. Отвечаю, что российскую сборку мы не возим. Все трактора минские. Всем хорошего дня, не болейте. До новых эфиров. Пока.